Больной раком Андрей Харитонов живет в одиночестве и нищете. Художница Татьяна Стрельбицкая рассказала о бедственном положении актера Андрея Харитонова. Секс-символ 80-х столкнулся с финансовыми проблемами и одиночеством после того, как ему поставили диагноз рак. В 1980 году на экраны всей страны вышел телевизионный фильм «Овод», в котором актер Андрей Харитонов играл главную роль. С тех пор артиста называли не иначе, как секс-символ целого поколения. Ему доставались яркие амплуа, да и на сцене театра артист появлялся все чаще. Однако в 2014 году он полностью ушел из кино, а поклонники успели забыть про легендарного актера. Теперь же стало известно, что у Харитонова диагностировали рак. Об этом рассказала его подруга, художница Татьяна Стрельбицкая. Помимо проблем со здоровьем, актеру пришлось столкнуться еще с полным забвением, что оказалось на его душевном состоянии.